Сегодня мы очередной национальный чемпионат проводим по грэпплингу версии DCC Submission Fighting. Заявка была только предварительная. Профессионалы награждаются денежными призами. В этом году мы отменили молодежный состав. То есть у нас в этом году борется только продвинутый класс. И профессионалы добавили пробно в этом году дивизион ветеранов. Участников стало меньше, это снизило нагрузку нам. Позволило сделать предварительную заявку. В следующем году мы планируем турнир по начинающим делать отдельным мероприятием. То есть у нас будет теперь в Харькове два чемпионата в год. Впервые за всю историю чемпионатов спортсмен с Украины отобрался на чемпионат мира. То есть Роман Долидзе, он сегодня здесь борется. Он первый участник от Украины на чемпионате мира. Я желаю, чтобы как можно больше участников дорастало до того, чтобы мериться силами как профессионал. Грэпплинг ADCC – это один из таких видов грэпплинга, где больше разрешенных приемов, таких как болевых на ноги. Его можно считать профессиональным видом грэпплинга. ADCC – это международная, очень крупная организация, если дословно. То есть эта аббревиатура расшифровывается Abu Dhabi Combat Club. Федерация, которую основал арабский шейх, для того, чтобы совместить все виды борьбы. Борцовская грэпплерская база очень помогает. Сейчас мне выступаю по боям, по смешанным единоборствам. Стараюсь больше думать уже и работать над ударной техникой, поэтому все меньше времени остается на борьбу. Но благодаря той базе, которую получил, и опыту, этого пока что хватает. Из четырех боев я 3 боя выиграл болевым приемом. И вот последний, крайний, 2 дня назад выиграл TKO уже ударной техникой. Огромное спасибо организаторам. Антону Бочарашвили за то, что проводит такие турниры и старается, и продвигает, популяризирует этот вид спорта.